кажется, я появилась. Хорошо ли это или плохо, врач так диктует время. Вы считаете, что это случайность? Это закономерность. Вы прекрасно понимаете, почему. Я дух времени, я символ определенной, так сказать, эпохи. Я и Кобзон. Пугачева должна была появиться. О себе в третьем лице трудно говорить, это же вопреки мне. Вот. Тем более, что мы семейка дружная, вот, талантливая, что там уж вот. И мы честно очень работаем. И это лето мы решили провести вместе. Вопрос, Владимир Степов, а кто вам нравится? Вот из ваших коллег на службе. Наша семья. Не, ну уж скажи, ладно. Не кривит. Не кривит, ну что это? У нас... У Кристины, у мамы. Да, вообще музыканты очень, очень сильные музыканты. Но, опять же, я не знаю, хорошо ли это плохо, но я очень объективный человек. Мы с людьми вот распиялись, потому что здесь вышла статья с замечательным названием. Фили, который вел себя как хрюшка. Я не знаю, кто это напрямую назвал, но она замечательная. Так, нет, Фили молодец. Пусть называется Степаши, горшком эту печку не клали. Если бы был на моем месте Элтон Джон в этой ситуации, то он бы показал. Как надо себя вести звездам. Ну, это надо прочитать, что они творят. Там Патрисия Касс должна заказывала, чтобы весь номер был в зеркалах, там еще что-то. Изгаляются как могут. Элтон Джон плоть, да в какие цветы в каждой комнате. Его синий какой? Цвет не устраивает. Меняли пол. То есть... Да, ну, все поменяли в Кремлевскую 20 съезда. Он сказал, что 10 минут он будет только на таможне. Если будет на 11 минуту, пойдет уже, то он разворачивает свою кость. А это было так. Это было в Израиле. Когда он весь год прошел, он повернулся, сел в свой собственный самолет и улетел. И мог плевать на все. Вот. Это наши думают, что они его, так сказать, материально поддержали на 800 тысяч долларов. Бедного Элтона Джона дали денег, дали подзаработать, возможно. В этой гостинице, в которой я жил тогда, меня чуть не отравили. Когда я попросил показать мне другой номер, мне хамски ответили. Ну, я тоже, естественно, ответил, да. У нас вообще-то семейная. У нас традиция. Не ждите никаких звезд, кушайте то, что вам дают. Алла Борисовна, как вы относитесь к вегетарианству? К вегетарианству? Очень хорошо отношусь. И во время любви, какое ваше любимое вегетарианское блюдо? Во время любви я не кушаю. Ну, что ты смешный для всех? Арлекино, Арлекино.